Так, ну что, кто тут у нас не спит и готов к нам присоединиться? Опа. Последние дни в Таллине. Так, привет из Челябы, с Алтая, Ростова, с Новосиба. Всем, собственно, привет. Так, надо как-то вид поймать. Вид не выходит. Так, из Сургута, ну и, конечно же, из Питера. Так. Ну, не получается, не показывается. Нет. Тот вид? Не, ну а что, мы его зафиксировали, все равно отсвечивает иначе. Где как? Мася, где Мася? Тута я! Мася вон, кричит тута. Привет из Нарафаминска, Москвы, Краснодарского края, Домодедово и города Ейска. Так, Швеция приветствует вас. Спасибо. Мася. А мне кто-то кричит. Калифорния, привет. Махачкала. Привет с Махачкалой, тебе Мася. Так, Волгоград, короче, Сахалин. Вау. Показать Масю? Мася, давай, покажись. Вон она я. А что ты там сидишь, а не здесь? Давай. Саратов, Казань. Бодрый какой, давно проснулись. Давно. Я ложусь рано спать, мы рано просыпаемся, а Мася вот одна тут у меня сидела. Зато написала мне красивые стихи. Да, привет с Астрахани, Андерхейм, Самара, так, Александр, что такое право? Что такое право? Лучше посмотреть словари дали, а то я вам дам свою интерпретацию, она может не всем понравиться. Так, Архангельск, стихи в студию, стихи в Инстаграме, все у Маски, так что пишите. Был у меня когда-нибудь разрыв связок? Нет, ничего никогда не ломал, ничего никогда не разрывал окончательно. Были надрывы в грудной, в плечевом суставе, в голеностопе. А Малинка из Владивостока привет передает. Малинке передадим тоже обратно. Это привет. Это девочка, которая стихи пишет, вы там переписываетесь. Да. А, клево. Так, Северная Осетия. Северная Осетия, прикольно. Привет! Как Мася найти в Инстаграме, Мася? Так у тебя либо... Ирина, короче, жмите на мой инстаграм, там Мася отмечен почти на всех фотографиях. Так, который час у вас? У нас около 11. Нижнему Новгороду передать привет, это с удовольствием. Адрес моей инстаграм Александр Шпак по-английски. Мася у меня красивая. Это хорошо. Мася, красивая моя. Че ты там сидишь? Вон, давай напротив. Напротив? Давай. Я тебе тут сердечки тыкаю. А, о, прикольно, смотрите, значит, муж в перископе, жена ему сердечки там такая. Ты-дыры-дыры-дыры-дыры. Не смеши. А то имплант может не прижиться. Давай уже. Подожди, ты куда, в туалет пошла или ко мне? Я хотела на себя посмотреть. Нет, в зеркало ничего не исправится. Так. Почему мнению вы заслуженный фитнес-тренер? Почему мнению? По мнению той тысячи человек, которые уже тренировались за последние 15 лет. Ой. Так, какую книгу советуете почитать? Не знаю, мне нравился Ник Перумов, если для удовольствия. Саша, что делать, если 25 лет не растет борода? Радоваться и молиться, что нет у вас лишней растительности на лице. Мы все-таки не в Антарктиде. Ой, и не в средневеках. Что? Восстановлено, потеряно. Так, какие планы на сегодня? Планы? Планов целая куча. Мы сегодня с Маськой идем гулять в старый город, проведем еще какую-нибудь одну экскурсию, поснимаем. Ну, а, собственно, после этого встретимся еще с некоторыми ребятами, пообедаем и сядем в поезд. Собственно, вот так вот. Читал ли я Роберта Киосаки? Нет. А какую дозировку витамина С посоветуете? Не знаю. Ну, как минимум грамм в день. То есть полграмма утром, полграмма днем будет в самый раз. Почему так кого-то интересует наша с тобой сексуальная жизнь? Был ли у нас секс? Какая у нас погодка? Вот такая у нас погода, смотрите. Полное солнце и тепло. Фотки у Маси в инстаграме полная бомба, спасибо. Как Масю зовут? Ирина. Так, привет из Великого Новгорода. Привет Сталина. Привет Сталина и привет Таллину Сталина. Занимался ли я сексом с Масей? Так, в Питере холодно. Это хреново. Но у меня есть жилеточка. Не собираемся ли на тайские каникулы? Я думаю, что тайские каникулы пока что не собираются, чтобы мы на них собрались. Привет, Волгограда. Показать Масюсюка. Масюсюк, надо тебе показать. Масюсюк, он видите какой. Как, отек еще как держится. Как часто у вас секс? Ну, начинается. Я же не спрашиваю, как часто у вас секс. Вот. Так.
Вы меня вдохновляете на стихи. Маленько. Если скину 20 килограммов за месяц, это вредно. А это возможно? Не, ну если человек весит 140 и хавал все подряд, а потом начинает заниматься спортом и есть правильную еду. На самом деле не старайтесь скинуть очень быстро, старайтесь скинуть очень верно. Это две разные вещи. Так что вот, привет с Махачкалы и вам огромный. Какой у меня телефон? Samsung H6. Блин, жалко, что тут все отсвечивает, там так красиво. Такая нельзя. Вот, смотри, вот. Вот так? Да, вот, показывай. Ну-ка, нормально. Подожди. И ты сядь вот так вот. А тогда я в тенечке получаюсь. Да и фиг с ним, зато там вид. Да? Угу. Вид птичьего полета. Все равно отсвечивает масёня. Да? Да. Хотят грудь, как у Маси. Почему не айфон? Потому что Мася подарила мне Samsung. Саш, как правильно начать сушиться без хорошей формы, возможен хороший рельеф. Не знаю, убирайте соль и сахар и занимайтесь больше аэробикой. То есть, чтобы было часа по 2-3. Начиная от турников, бега, прыжков и вообще. Уходите на памп. Так. Как скинуть вес правильно? Не спешите его сбрасывать. Лучше, чтобы он уходил килограмма по 3-4-5 в месяц. Вот. Но зато обратно не возвращался, чем скинуть 15-20 за месяц, а потом убрать их обратно. Собственно так, 2000 калорий в день на 105 килограмм, чтобы схуднуть норм. Главное, чтобы хватало углеводов. Плюс раз в 3-4 дня делайте углеводную загрузочку, это будет нести свою пользу. Кого смотрите на ютубе? Никого не смотрю на ютубе, потому что мне и так хватает в последнее время вон инстаграма. Мы его начали развивать. Вот. И, соответственно, он развивается. Этого вполне хватает. Так, говорят, борьба с ленью – это быть жадным до жизни. Так ли это? Борьба с ленью – это удовольствие получения от жизни всех ее благ. Но, правда, здесь у каждого свое. Кому-то нравится лежать и жрать, никуда не ходить. Кому-то нравится активный отдых. Короче, жизнь должна быть удовольствием. Значит, что же это за жизнь такая? Кардиально-голодный желудок – есть смысл? Кардиально-голодный, ну, можно принять аминокислоток, можно съесть какой-то легкий фрукт, тогда имеет смысл. А так можно получить и такую хорошую переутомляшечку. Как считать, с помощью бодифлекса можно похудеть в течение недели хотя бы на 5 килограммов? Похудеть можно за неделю на 5 килограмм без вопросов. Вопрос, это же вернется все обратно, и ничего хорошего это не несет, особенно женскому организму. Не могу найти в инстаграме, какая фотка. Вы имеете в виду, какая фотка? Где мы? Мася, где мы? Мы в Таллине. В Таллине. На Семира Кокляева в СПБ ждать? Не знаю, у Маськи у меня операция 22 числа, и после этого мы будем малотранспортабельны. А плюс во вторник мы в Москве будем на НТВ, скорее всего, если ничего у нас не сорвется, так что заранее анонсируем, где мы снимаемся и как потом чего смотреть. Собственно, вот так вот. Какие у нас еще планы? Планов целая куча. А чудесная дулька это что? От чего у Маси отек? Имплантировали костную ткань, чтобы потом поставить туда имплант, потому что у нее нету пятого левого зубика наверху. Смотрите ли Олимпию? Нет, Олимпию мы не смотрим. Мы смотрим в окно Таллина. По-моему, это шикарно. У нас тут башенки, церквушечки, колокольни. Короче, вид шикарный. А, это Оскар Паломников нам пишет. А, у Саши на голове какая-то дулька. Не дулька, а так. Зачем подводка на глазах? Я только проснулся, какая нахрен подводка. Это татуировка. Так. Да, да, я скажу. Без фарма реально подготовить на соревнования по Men's Physique? Я думаю, практически нет. Турникмен, примерно сделать хорошую фигурку, конечно же, реально. А Men's Physique для нормального уровня нужно понимать, что ребята там заряжены ровно так же, как в классике, в бодибилдинге и всем остальном. Более того, даже Men's Physique уже начинает применять синтол. Но это уже личное дело каждого. Ой, соединение потеряно. Как? Там кто-то написал, да. Что нас любят. Вот видите, какие у меня отеки, ужас. Поцелуйтесь. Поцелуйтесь. Здоровья вам, ваши супруги, спасибо. Короче, вот так вот, мы наслаждаемся видами. На самом деле у нас чек-аут через час. Но что-то нам уже не сидеть, хочется пойти гулять. Мася, а мы вот у тех башенок-то были на самом деле? Я что-то не помню. Каких? Вот у тех башенок мы были. Ну вот у тех. Ну вот там где церковь слева башенка. Мы на нее смотрели с обзорной площадки. А да, ближе к ней мы подходили? Смотрели? Нет, не подходили. Так, привет из Саратова, спасибо. Мася, не болей. Не вас болей. Любят такими, какие вы есть. Сколько мы вместе? Целую вечность. Ой. На самом деле погода обалденная. А еще очень интересно, что по заливу ходят огромные теплоходы.
Идут что-то они на самом деле совершенно быстренько все паркуются. Так, после костной пластики можно через 6 месяцев делать только имплантацию, да. И это мы знаем. У Маси голос, как у слоненка из 33 попугаев. Держи лицо, чтобы не пересмотреть. Я уже ржала. Тихо, не смешите меня. Как эктоморфу вес набрать после стресса никак не получается. Организм должен сам набирать вес, а для этого должна быть правильно на него нагрузка. Если организм не грузить, то можно жрать сколько угодно, эта еда в толк не пойдет. Так, там говорят только на русском. Где? В Таллине? Не, в Таллине говорят на эстонском, английском и на русском. Слушайте, кто-то все меня найти не может. Попробуйте написать Мася Шпак. Может быть, так я появлюсь. Английскими буквами Мася Шпак. У Саши я есть. При гипертонии можно тренить? В зависимости, какая гипертония, как восстанавливается. Ну, собственно, понимать, что сначала надо решить кардиопроблему, а потом уже заниматься спортом. Хотя порой спорт лечит ее. Чего? Мася, смотри, подписчики у нас потихонечку падают. Да? Падают, да. Ириски, привет, привет. Все. Все, мальчики, девочки, мы пошли гулять. У нас чекаут, еще целых 5,5 часов славного Таллина. Все, всем пока, всем до встречи. А